из первых в нее вступает именно Андре Массенар. Его даже избирают старшим адъютантом батальона в чине капитана. Путь к званию маршала открыт. Майор, подполковник, дивизионный генерал. Его уважают в армии. Уважают за храбрость и отвагу в боях. О нем знает сам Наполеон. Еще бы. По-другому и быть не могло. К примеру, зимой 1797 года дивизия Андре Массена форсированным маршем совершает стремительный бросок на 32 километра к Ривали и появляется на поле битвы в самый решающий момент. Французская армия спасена, а Бонапарт скажет впоследствии: «Массена — это мое любимое дитя победы». Его называли мастером горной войны. В 1799 году именно Массена должен был остановить Суворова во время знаменитого швейцарского похода. Под Цюрихом французский полководец наголову разбил корпус генерала Римского-Корского. Однако в битве против русских чудо-богатырей Андре Массена был повержен. А сам едва не угодил в плен. Его схватили, но он сумел вырваться и оставил в руках унтер-офицера Махотина обрывок своего расшитого золотом генеральского мундира. Позже Массена скажет: «Да какой из меня мастер горной войны? Я всего лишь подмастерье. Мастер он, Суворов». Андре Массена называли алчным человеком, скрягой и вором. Да-да, именно так. Он легко мог украсть из государственной казны, к примеру, 6 миллионов франков и разместить их в каком-нибудь захудалом банке под очень высокие проценты. Когда Франция устроила Англии континентальную блокаду, Массена, вопреки запретам Бонапарта, втридорога продавал британцам различные товары. Император Франции был в ярости, но ничего не мог поделать со своим знаменитым маршалом. Однако терпеть очередные выходки полководца Казнограда сил уже не было. Однажды, во время охоты в лесу Фонтенбло, Наполеон якобы случайно, вследствие неосторожного обращения с оружием, ранил Массена дробинкой в глаз. После этого, несмотря на все предпринятые меры, левый глаз маршала перестал видеть навсегда. И кто знает, может, именно поэтому Массена перестал воровать. Ведь намек Бонапарта был очевиден. Только попробуй украсть еще раз. Он служил в армии много лет. Сражался с англичанами в Испании. Участвовал в битве при Ваграме. После того, как Наполеон был разгромлен в деревне Ватерлоо, Массена ушел в отставку. Был хорошо принят при королевском дворе. Однако полководец категорически отказался участвовать в армейском суде над маршалом Ней, оказался и уехал в свое поместье. В 1817 году Андре Массена скончался от туберкулеза. Ему было 59 лет. Он стал первым наполеоновским полководцем, которого похоронили на парижском кладбище Эр-Лашез. На могиле установили обелиск из белого мрамора и сделали особую надпись: Ривали, Цюрих, Генуя, Эйслинг. Название всех победоносных сражений прославленного маршала. Благодарные французы почему-то забыли слова самого Андре Массена: «Я бы с удовольствием поменял все свои победы на один швейцарский поход Александра Суворова». Парад, парад, парад побежденных. Врага боится не бессильного. Римский поэт или силы. Друга можно поговорить о чем угодно, получить хороший совет или даже поспорить. Подписывайтесь на страницы Радио Звезда и не ВКонтакте. Клевому в своей неверности перевод. В руках вредоносного ремесленника Лолита могла полностью выразиться, оказаться испятнанной вульгарной.